Но на Ленфильме, вы знаете, по Ленфильме, это не фонд поощрения социальных инициатив. Не сказали, Александр, иди, вроде бы. Ничего не выбрасывали, ни одного слова. Они взяли в архив Ленфильма, сказали, прекрасно мы сделали. Даже то, что рассказал Минако и все присутствующие об этом фильме, да, это нудно смотреть. Некоторые постигали, Лиза Николаевна, вот зачем ты столько сделал? Я с ним не согласен, это не для общего показа, это архив. А сейчас я хотел бы попросить всех тех людей, что видели, их половины нет. Давайте почтим их память минуты молчания, которые сейчас рассказывали нудно об этом фильме. Царствие небесное всех, потому что они сделали такой прекрасный фильм, а я постарался собрать все по крупицам и ни одного слова, ни одного текста не убрать. Потому что, как мы сказали на Ленфильме, такого уже господин Минако, который покоится сейчас на кладбище, уже никто не скажет. И то, что ты схватил вот это просто большое дело. И те люди, которые там выступали и говорили что-то, можно было действительно почитать и сделать на 15 минут. Но я посчитал, как сценарист, и который этот фильм создал, и продюсер, да, ну это ладно, продюсер. Вот, значит, я все сохранил там. Так что уж не обессудьте. Это память. Спасибо.